большим преимуществом для Китана. Желаем нашим обоим игрокам удачи. Пусть победит сильнейший и да здравствует красивая игра. Итак, начало. Что мы ждем от этого матча? Мы ждем дикий зонинг и набивание лафлида от Китаны. Дикий прессинг. Это нельзя пустить. Нельзя пустить. Вот он допускает вот, вот большой угол. Ошибку, сейчас будут фреймтрапы. Есть и метр. Дичайший прессинг от Джонни Кейджа. Колено. Попробуй вылези. Мы тебе там D3 вставим. Мы тебе там ладошку вставим. Что угодно вставим. Проблема в том, что из угла, вот чтобы видеть, любое движение встречается контрдвижением. Ну, просто ужасно. Вот дает Арзов высовывается, и он пытается разорвать дистанцию, но Футис, эта игра на мидскрине, когда идет движение у Чипеди просто божественное. Сейчас идет отстрел вееров. Оба метра накоплены. Это опасно как для обоих противников. Китана может спамить усиленными веерами и пойти в ближний бой сейфовый относительно. При этом, пойдя в ближний бой, он может нарваться на X-Ray Джонни Кейджа. Идет зонинг. Вот рисковый. Отличная B3 брейкер, просто лучше. B3 это отличный антиэйр, один из самых лучших антиэйров. Просто. Если хотите антиэйр, берите Джонни Кейджа и делайте B3. Так, вот угол это, и победный. Это, я думаю, конец, да. Это победный комбо, да. Аплодируем. Арзу старался, но чипы не так просто. Стоит все еще в углу. И вот так вот он выпад набивает лайфлит, да. Бросок, замечательно. Миксап на бросок. Теперь отойти, спамить. Да, разрывать дистанцию, угол. Почему не использует перелет? Ведь так ловит, брейкер. Жестко. Лайфлит все еще за Китаной. Вот он выходит из угла, сейчас он будет опять набирать эту дистанцию. Ловит колено. Колено. Пытается выпучиться, ловит панч. Все, тут гарантированный прессинг. Мог попытаться влезть, кстати. Возможно, да, было да, бы влезть, да. Но не рискнул, правильно сделал. Лайфлит, ну не знаю, мне кажется, все-таки немного за Джонни Кейджа. А вот теперь уже непонятно. Теперь за чипом будет набиваться. Я не знаю, вот многие западные игроки пытаются сближаться именно Dash D3. Не блок, а Dash D3, чтобы не ловить этот чип. Потому что чипом Китана набивает дикое количество дамага своими веерами. Вот. По лайфбару преимущество сейчас за Китаны, а вот по теншену это полоска гигантская энергия. Это может все закончится просто да, никакого ближнего боя, пока у него есть полоска. Вот он очень рискует. Попытался идти, но не получилось, потому что так X-Ray можно не бояться, лайфлит все еще за Китаны. Остался один пар и большой лайфлит уже у Китаны. 14 секунд до конца раунда. Еще пару углов, Запорол три подряд. Нервы, просто дикие нервы, ребят. Очень жесткая атмосфера. 4 секунды до конца. 3, 3 2, 2, 1. Все. 1-1. Затерпел Арзу. 1-1. Не забываем, что Арзу пришел из Венеров, поэтому... Ему достаточно победить всего лишь дважды. Два раза. Чип идет для того, чтобы победить. Придется победить его 4 раза, при этом 2 раза подряд обязательно. Вот. Идет. Замечательная эксовая нога. Но с другой стороны, все, теперь нету брейкера. Если он попадется на комбу и сделает это неправильное движение, Китан наберет дикий лайфлит. Так, ловится, отлично. Идет прессинг. Отличный прессинг через единичку. Хоть и хай, но дает гарантированный дикий плюс. Колено, развод на мид, не удался. Вот. Китан вырывается, развивает один. Один пытался разрубить коленом, не получилось еще одно колено. Просто жестко, вы даже представляете, как сейчас наколены нервы, они просто... Да. Они просто расклены на пределы не только у игроков, но и у меня. Я сижу, болею за обоих. Ужасно, красиво. Конечно, матчап, наверное, не из самых контактных в Mortal Kombat, но самый нервный, наверное. Прессинг. Третий. Все, отлично, да. Джонни Кейдж. 1-0, браво. 1-0. Ура. Чип Эдди абсолютно спокоен. По Арзу ни одной эмоции. Отлично. На фоне в Guilty Gear происходят какие-то чудеса. Итак, второй бой. Если Чип Эдди убивает, он повышает свои шансы просто в разы. Игра трудная, нервная. F3. Начинает прессинг через колено, дает уйти. Shadow Kick усиленный. Кобра, БМ час. Отлично. Брейкер. Кобра, БМ час, большой финал уже. Движение. Лайфлит за Джонни Кейджем. Китане надо стараться набить преимущество. Игра на поке, не представляется, как все. Ловит, дропает, что ж такое? Так, еще чуть-чуть. Вот, начинает прессинг. Ох, не влез. Ловит кадр. Чип Эдди знаменитый человек, который панишит абсолютно все поки в игре, но сейчас он снервничал и не запанишил. Он его тренил, эту технику. Это очень сложно, это надо потратить. Он, наверное, один из немногих, да, кто это делает. Вот. Преимущество по теншену опять за Джонни Кейджем, но вот полоска жизни убывает с каждым веером чипа.
Так, попытка не скомбил. Лишний каунтер. Перебил, перебил усиленный, отлично. Очень нервно, очень нервно. Вот, вот это состояние, это матчапа. Китана очень уверенно себя чувствует, когда у нее преимущество. Ох! Ах ты ловит! Сейчас будет разводить, миксует троу. Отлично, рискует, идет прессинг. Фреймтрап. Фреймтрап, удается, ловит, ловит на каунтер. А, это скорее всего конец. Чип, да. Раунд. Великолепно. Итак, продолжаем. Еще один выигранный раунд, и Чипэдди... Чипэдди остается, проходит пол дороги до финала, до первого места. Стандартное начало, конечно, в этом матчапе, да. Когда Китана прыгает на просто фулл скрин прошел Чипэдди. Да, все... это понимаете, это вот это очень тонкое, на самом деле, психологическое оружие. Выстоять и как бы не ошибиться, подойти, это очень сложно. Как бы не забываем, что Китана, поймав на веер, когда ты подходишь, она может... Выжить, да, очень большой дамэдж. Да, там выходит до 40% камбэ. Так, брейкер использует. Лайфлит все-таки за Китаной. Отходит в угол, опасно. Джонни Кейдж в углу, зверь ловит! Ловит! Ох, сейчас будет на панч и фреймтрапы. И фреймтрапы в углу, разводит 6 чарж. Набирает брейкер. Отступает немного, контролирует. Футсис, вот это знаменитый футсис от Чипэдди. Арзу попадает в очередной фреймтрап. Ловит. Еще F3. F3. Это конец! Это все! Итак, итак. Это резет. Это резет. Это резет. И теперь, еще два. Теперь все по новой. Теперь. Разве 20? Ну, еще два боя. Ну, бы. Да, теперь два боя. Теперь уже кто выиграет два боя, тот окончательно становится Скарлет. Папа Mortal Kombat. Скарлет сейчас меняет персонажа. Интересно. Интересно, думаю. По правилам, Чипэдди должен все-таки выбрать Джонни Кейджа. Ну, не по правилам, они по условной договоренности. Так, все-таки это Скарлет. Очень интересно. Скарлет из всех персонажей, которые тренировал Арзу, это самый, как бы, молодой, самый мало натренированный. Это довольно рискованно. Матчап самый неизвестный у нас в стране. Так, начинается телепорт. Телепорт ансейв. Получает колено. Уходит в прессинг. Фреймтрапы. Арзу рассчитывает на армор. Он использует его. Выводит на комбу. Резет. Продолжает. Прессинг. Чип. Отлично. Разводит миксапом. Инстант дайв. Инстанты. Воздушные инстанты. Игра поками. Нервная игра. Теперь они будут двое прессить. Теперь никто не будет отступать. Теперь будут жать друг друга. Очень много чип-дэмэджа. Очень много. Ловит на нас панч. Ответный чип в ответ. Господи, телепорт перебивает. О, фансейв! Давай! Давай, чуть-чуть! Что творит Арзу? Это Скарлетт финал Mortal Kombat. Это просто бомба, действительно, ребят. Так, немного зоним. Теперь есть полметра у... Да. О, господи, фулл метр у Джонни Кейджа, прессить его нельзя вообще. Просто, там влетает X-Ray, игра меняется, тратит на брейкер. Хорошо, не рискует. Ловит Антир, распанчи, чипэмидж, давай. И пошел. Набивает дикий плюс. Джампин не получается. Не получается, вип. Еще F3. Женских персонажей, говорит в своем. Так, все. О, ловит брейкер. Выпрыгивает, уходит от угла, контролирует. Легкие попытки зонинга, развод на телепорт, отстреливается. Так, пошел, дикий пресс. В него очень, в него возможно влезть, надо просто учить. Шикарный F3. Итак, ответный NTS. Это, возможно, конец. Победный чип, да. 1-1. 1-1, жесткая игра. Так, начинает, идет прессинг опять, забивает, метр тратит, тут блочит оверхед и панишь. Ответный нас панч, ответный чип дэмэдж. Просто игра чип дэмэджи, это просто что-то. Комбы на 12-20%, а сколько оверхед, комбы, нет, брейкер, B3. Нету брейкера, будет над панч, будет прессинг. Все, идет. Прессинг, нет, да... Он тут натормозил, там было гарантировано. Господи, боже мой. И что в ответ? О, какой ад, что он творит? Чипэдди вообще просто в шоке. Итак, Футсис. Отлично. Да один колено, колено, да. Все. И сейчас, ребята, возможно, будем смотреть последнюю игру турнира по Mortal Kombat. Возможно. Я все еще. Но это еще не конец. Еще ничего не закончено. Сможет все измениться в последнем раунде, на последнем хите. Арзу. О, Соня, это жестко. Соня. Опять же, вот в отличие от первого сета, где была Китана и Джонни Кейдж, где мы видели очень много зонинга, отхода. Сейчас будет Джонни Кейдж и Соня, это будет постоянный тоже прессинг. Кто кого обманет, нам ужасно интересная игра. Чипэдди должен знать этот матчап, он играл с Аисом, тогда понимаешь, который они не доиграли. Да, ну вот будем считать, что это
Вот этот матч, вот, наверное, там стоит побольше, чем тот недоигранный. Вот, только помним, что когда прессует Джонни Кейдж, он рискует. Когда прессует Соня, она не рискует, она может выводить в сейф-блок. Она дико копит полоску за счет вот этого D4 с каской стойку колена. D4, first hit за Джонни Кейджем. Отличная тема, но не положила с комбов. Картвилл. Опять колено. Страшно, страшно. Ох, ловит. Эксовый картвилл в никуда. Мне кажется, ним чуть-чуть поплыл в арзу. Я очень надеюсь, что он соберется и сейчас покажет. Он нервничает. Дикий нервный. Я знаю, это мой хороший друг, он, конечно, нервничает, но... Но я знаю, что он может. С другой стороны, Чип Эдди просто неостановим. Колено, колено. Я Джонни Кейдж, я хочу колено. Давай, Джонни! Брейкер! Отлично. Картвиллы, колено. F4, картвилл, колено. Просто фреймы скачут туда-сюда, плюсы, минусы. Там просто дикие цифры, ребят, сейчас происходят. Опять картвиллы сильно F3. Никуда не... не... Ох, ловит нам! Дайпинг-дип! И пожалуйста! Господи! И это матч, это турнирный бой для Чип Эдди! Да. Ребята, это... Буквально несколько минут мы начинаем церемонию награждения. Не выводит в комбу, не хит конфермит, но ничего, выбивает лайк. Опа, брейкер, не рискует, не рискует. Ой, брейкер. Ловит на комбу дикой. Брейкер в ответ. А дома персонаж за счет чипа просто набивает себе брейкер, они постоянно выводят. Ох, ох, мне кажется, это был вилл панич. Это очень страшно. Сейчас будет прессинг. Очень много чипов, блок будет. Ох, отпускай. Это угол, это может быть конец. О, боже мой! И там остается совсем чуть-чуть хп, совсем чуть-чуть хп. Эдди, чемпион Moscow Fighting Arena 2013!